Так, перейти к всем. Идем смотреть, как Дима рубает. О, хозяин. О, зарядочка, да, Димусик? За сегодня надо всю кучу перерубать, да? Прям за сейчас. Прям вот ту. Физкультура. Тяжело, знаешь? Ну, конечно. Лебеди. Да, мило кажется, лебеди. Ну. Тут есть такие, что они не рубаются. Ну, это вот. А то какие такие цвета. Они влажные, да? Ну да, они, знаешь, блин, сказать. И не сухие. Ну что, с этим кулоном лучше, да? Да. О, Вась. Я ее забраковал, потому что другой раз так дает это самое, как бах, и подскакивает. Сразу проходит, рубает. Ну, смотри, да? Да, как бы бахнешь. Боятся, падают. Или рыбчик, или рыбчик. Тебя аж капает. А что, ну, нету этой тележки или что-нибудь такого? Зачем? Дрова сложит. Вот эти? Да. Пускай сохнут тут. Да? Да, сейчас смотри, солнышко они моментально. Им надо было это сам. Чуешь, если мама такие, я Миша сюда завязывает себе налог. А, косынку, да? Косыночку, да. Я потом не капает, и хорошо. Типа такая бандана. О, конечно, конечно. Тут просто так не работает, да, Димусик? Ну да. Холодная водичка. Компотик. Да, компотик сваренный, холодненький. С пенкой. Львивский компотик, да? Ну да. 17-15. Ага. 1,2 литра. За рекламу нам надо было пошло. Да-да-да. Поговорить с ним. Это точно. Наши хорошие. Да? Угу. Ему юбилей. Это типа они в 1715 начали пивоварить. Да, да. Еще раньше, чем немцы. Ну да. Наверное. Так, сейчас покажу вам, как наши девочки. Вон Маша вишеньки на компот собирает. Мила просто сидит. То есть стоит, вишни кушает. Да, девочки? Ку-ку. Собрали, молодцы. Вкусно, милочка? Очень мало. Мила вишеньку кушает. Маша собирает на компотик. Вылезли на вишеньку. Да. Да, и Кира там. Мам, я большая, как дико. Мама, кто? Соседи. Дима. Супермен. Мам. А? Мила или Кира сейчас внесет? Мы. Мама сварила кукурузы. Кукурузка у нас. Вкусно? Не такая кукуруза, как это. Это не кормовая, сладкая. Угу. Но это специально. Очень вкусная. Да. Вкусняшка, да? Это такая тает во рту. Сладкая. Угу. Так, у нас на обед сейчас кукурузка. Угу. Гусь жареный. Остатки оладушки мама сделала, шикарнейший, мед домашний, натурпродукты вообще. Вот уже скосили урожай, вот такое сено или солома, что это. Как они, волки, не волки, как эти штуки называются? Да, тюки. Волки это когда скошенные на волках вот так лежит, а это связанные уже тюки.
еще один кадр. Это видео так, дорожные ляпы у нас. Это не дорожные ляпы, а дорожные дебилы. Это он типа обгоняет на этом, на комбайне. Ну не на комбайне, он везет чересчур широкий груз. И он пошел на обгон. Так он уже обгоняет полчаса. Едет. Сейчас посмотрим, что он вообще пропустит нас или нет, мне интересно. Да должен пропустить. Что-то не думает. О, пропустил. Блядь, нифига себе, я думаю, это комбайн едет, а это он везет. Нет, комбайн. Ничего себе. Такие ездоки на дороге.